Совсем недавно в поселке Удачном Мирнинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Что произошло на самом деле и могли ли спасти жизнь молодому человеку те, кто наблюдал за происходящим, не пытаясь помочь пострадавшим? Ирина Балкова встретилась с очевидцами аварии. Сильный хлопок, кувырок в воздухе, и машина слетает в кювет. Так рассказывает оператор телеканала «Алмазный край» Денис Сиротин. По стечению обстоятельств в этот роковой день он гулял вдоль дороги с семьей и оказался свидетелем происшествия. Поняв, что один не сможет вытащить из воды человека, а глубина была порядка метра, Денис стал звать на помощь людей. Откликнулись студенты Удачнинского филиала регионального колледжа. Большие дяди продолжали наблюдать. Увидели там суматоха, все смотрели что-то, орали типа он в кустах, ну, никто не лез сюда. Потом подошел мужчина и сказал, все, полезли, и мы просто вместе с ним полезли там. Я думал, что сам... и достали его. После, признаются студенты, вспомнили все знания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Они вместе с нашим оператором попытались оказать первую помощь, сделать искусственное дыхание, а оставшемуся в живых отойти от шокового состояния. Ну, в общем, он был сначала в шоке. Когда им дала пощечину, чтобы он пришел. Он сказал, сколько было человек, как его зовут, какой его возраст. Скорая приехала через несколько минут. Врачи провели все реанимационные мероприятия, но спасти молодого человека не удалось. А что, если жизнь шла на секунды, и те, кто равнодушно наблюдал за этим, могли помочь парню? Мне кажется, в нашем городе слишком черствые люди. Да, здесь есть попадаются добрые люди, которые отзываются, но большинство здесь черствые люди. Расследованием происшествия занимается следственная группа Удачнинского отделения полиции. Дорога от Удачного до Полярного – единственная в городе, где можно развить скорость до максимальной. Никаких разметок, знаков, ограничений. Помоги ближнему – это прописная истина в христианской вере. Но почему же мы становимся злыми и равнодушными? Проблема «Я ничего не знаю, моя хата с краю» не только удачинцев. Это социальная проблема всего нашего общества. Радует одно, что наше молодое поколение не оставит нас в беде. Я уверена. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».